Балет – это не только какой-то идеал, который мы сами для себя выстроили. Этого идеала… То есть у меня это один идеал, может быть, а у публики другой. Поэтому я пытаюсь окунуться больше в творчество, чем вот в эту рамку, которую нам выставляют стандарт, что такое классическая форма балета. Если я чувствую, что я не добрала, не досказала, не дополучилась, то кто бы мне что ни говорил, что да нет, это не выглядело так, или да нет, смотрелось по-другому, я все равно буду недовольна. Пытаюсь найти что-то большее, что-то новое для меня. Хочу разочаровать публику, неважно, что она обо мне знает или не знает, но вот они приходят на спектакль, и они хотят видеть представление. На сцене я уже не думаю о каком-то вот этот гнет, который ты чувствуешь, что ты должен что-то доказать. Очень люблю, ценю русскую школу, русских балерин. Мы на этом выросли, и для меня они остаются любимыми. Постоянно к этому возвращаюсь, к нашей русской литературе, живописи. Я очень ее люблю. И мне кажется, в этом во всем музыка, какая-то вот эта вот русская душа сидит, которая ничего роднее ее не будет, потому что это... Я такая русская. Балет – это любовь, но это вот эта настоящая любовь жизни. Я верю в настоящую любовь. И настоящая любовь, она может изменяться, но она никуда не девается.